Добрый вечер, дорогие друзья! С особой гордостью хочу сказать, что ансамбль танца «Радость» является визиткой, лицом нашего центра «Гармония». Но не только нашего центра, нашего города, Хабаровского края, потому что этому коллективу аплодировали на сценических подмостках Японии, Америки, Кореи, Китая, Болгарии, Белоруссии и множество городов Российской Федерации, которые я просто устану перечислять. Поэтому это победители многочисленных международных конкурсов, сотни выпускников, которые прошли этот путь танцевальный, приобщение к танцевальной культуре. Многие сейчас стали замечательными людьми, многие из них хореографы, многие педагоги нашего коллектива, нашего центра. Поэтому я хочу пожелать, чтобы вот эту культуру, любовь к народному танцу, любовь к детям, творчество, они пронесли через всю свою жизнь. И наши дети с радостью вспоминали о замечательном коллективе, образцовом ансамбле танца, заслуженном коллективе народного творчества Российской Федерации, лауреате премии имени Ленинского комсомола ансамбле танца «Радость». Успехов вам, дорогие друзья! На сцену приглашается народный учитель Российской Федерации, председатель регионального дальневосточного отделения Всероссийского педагогического собрания России Валерий Александрович Лысунец. Дорогие друзья, в жизни каждого человека наступают такие минуты, когда мы отмечаем и готовим подарки. И позвольте мне, понимая, что сегодня концерт, и мы радуемся сегодня прекрасным танцевальным искусством, сделать очень приятную миссию. По поручению Министерства образования Российской Федерации от 29 ноября 2013 года о награждении почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации работников образовательных учреждений системы дополнительного образования Пранкевич Елену Эдуардовну, руководителя хореографического коллектива. Это действительно заслуженные награды, которые сегодня будут еще вручаться. И позвольте мне по поручению Центрального совета Всероссийского педагогического собрания мы внесли золотой диплом и награждается танцевальный ансамбль «Радость», художественный руководитель Романова Полинария Прокофьевна за многолетний творческий труд, высокое профессиональное мастерство, особый вклад в развитие танцевального искусства в Дальневосточном федеральном округе и в связи с 35-летием танцевального коллектива. Ну, у меня очень приятна такая миссия. Я являюсь координатором сегодня конкурса «За нравственный подвиг учителя», и его высокопреосвященство митрополит Хабаровский Преамурский Игнатий попросил меня выразить огромную благодарность. И вот этим благодарственным письмом он отмечает Романову Полинарию Прокофьевну за особый вклад в развитие дополнительного образования, многолетний педагогический труд и высокий профессионализм в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Позвольте его миссию выполнить. Ваши бурные аплодисменты – это действительно тот знак признания такому прекрасному творческому коллективу. И, конечно, дальнейшее совершенствовать, прославлять наше дальневосточное искусство, танцевальное искусство и дарить радость всем зрителям. Спасибо.